Хотите, чтобы мужчина, если вы хотите, чтобы мужчина не был ленивым, если вы не хотите, чтобы у мужчины ничего не получалось, вернее, если вы хотите, чтобы у мужчины все в жизни получалось, и вы женщина, обожайте его маму. Обожайте, ему об этом говорите. И поддерживайте, и говорите самое лучшее, самое хорошее ради своего мужа. Это и есть то, та родовая карма или то родовое проклятие, которое все отрезает. Я знаю, вы сейчас скажете, да, это все, там это... Послушайте, послушайте эзотерика с огромным стажем. Я не говорю глупости, я 100% понимаю, о чем я говорю. Аналогично происходит так, когда муж начинает ненавидеть свекруху, точно так же жена становится, первое, ленивой, если не ленивой, то в бизнесе не получается, на работу не может устроиться нигде. Потому что теща плохая. Теща плохая, теща говорят, теща нудная, теща вредная, теща на нее все раздражается и так далее. Все, перед тобой находится жена, у этой жены не будет. Почему? Мама – это благословение сына, а теща – это благословение невестки. И поэтому к ним нужно невероятно хорошо относиться, невероятно. Хваля тещу, хваля свекруху, вы фактически делаете все для того, чтобы жизнь этих людей была, которые рядом с вами, прекрасной. Обожайте этих людей и делайте все, чтобы максимально хвалить их, говорить им комплименты и делать их жизнь счастливой. Вы есть солнце для этого дерева, и оно... Корни самое важное, потому что нет корней, все дерево гниет. Поэтому отношение к своим корням, которыми являются самые старшие люди, это является самым важным компонентом. Относитесь очень хорошо, очень тепло, очень радостно, с огромным уважением, любя тем людям, которые рядом с вами живут.